Всем, друзья, привет! Очередной раз я на землянке. Сегодня вот ко мне прибежал дружище, встретил у машины, уже покормил. Я думаю, долго он здесь не задержится, так как ему скучно, и побежит к себе. Как видите, закончил я крышу наконец. Ну, еще не до конца, еще нужно продумать, что делать с трубой. Почему-то у меня желание ее переделать, сделать шире, пока я не закрыл макушку, и посмотреть, как будет работать с более широким вариантом. Сейчас это дело обдумываю, сколько надо материалу, из чего сделать трубу. Ну а сегодня займусь крышей землянки. Взял с собой санки, волокуши и хочу натаскать дерна. Также Рома здесь разгребал свое новое место строительства. Вот, притащить оттуда немного земли и заделать все места, где земля сползла, где ее размыло, где оголился весь тент, чтобы зимой все было закрыто. Вот сейчас довольно много листвы, позже, когда она вся спадет, я ее соберу и тоже перемещу на крышу. Это будет дополнительный какой-то слой, он закроет, и будет защита тоже от внешних воздействий. Сегодня потрясающая погода, ветра, ну есть небольшой ветерок, но тепло. Бабье лето в полном разгаре. Желтая листва в лесу, просто сказка. Вот сейчас при въезде сюда даже пошел прогулялся в другую часть леса. Просто походить, посмотреть. Вот, потрясающе. Но и много народу. Много грибников, много стоят машин. Основная часть грибов сейчас вышла. Сейчас идут хорошо опята. Вот все собирают опята. Пришел тут на Ромины заготовки. Вот тут он начал походу готовить бревна. Пес тоже за мной ходит, отдыхает. Вот здесь такие вот раскопки. Непонятно, что-то как-то он копал. Там ямка, тут ямка. В общем, сейчас, наверное, вот этот вот, эти кучки я заберу все. Ну а больше здесь и брать-то нечего. Ладно, будем работать. Да надо развести костер, поставить чайник.
Вчера с семьей приезжал, с детьми, с женой. Жарили сосиски на палочках. И пес нашел эти палочки. Сейчас смотрите, что делает.
Принес двое санок, что-то жарко, капец, вроде не так тепло, но так в горочку таскать уже разучился. Вот, а до этого хотел дёрн таскать издалека, там практически надо идти до дороги, я бы вообще спарился. Вот. Тут, конечно, земля, ну, много корней, может быть, этот год листвой ее прижмет и не будет так сильно размывать. Ну, а в дальнейшем посмотрим. Заварил себе кружку кофе горячего. Сейчас попью, отдохну немного. Ну и подумаем, что будет дальше. Что будем делать дальше? Ну, еще планирую пару санок-то, наверное, привезти. Потому что еще надо с этой края, где труба. Плюс, наверное, с торца бы тоже подсыпать. По кругу, наверное, пройдусь. Грунта там хватит. Может, изнутри чуть-чуть возьму. Там Рома непонятно, что раскопал. Так что сделаем красиво. Ну вот, пока чай пил, вспомнил, что здесь на бугре недалеко большая сосна растет. И вот у нее как раз несколько веток сухих. Вот там, в принципе, тоже сухие. Их бы выломать мне бы как раз хватило, но высоко. Ну вот эти пока унесу. Ну вот такой вот запас. Потом буду думать, что как использовать. Растянулась цепь, ну, скорее всего, сползла шина. Ключа у меня, к сожалению, нету. Хотя, если попробовать плоскогубцами. Вот, и сел аккумулятор, наконец. Ну, как наконец? Вот, показывает одно деление. Но с ним уже пила у меня не работает.
Вот это новый аккумулятор я заказывал через Авито. Пока на тестирование. Это подобие оригинального от Makita. Пришлось прикупить зарядку тоже для Makita. Вот. И инструмент с ним работает огонь. Вот как помните, была у меня береза сложена. В прошлый раз я слаживал ее вот здесь. Несколько бревен сейчас здесь сложен пес. Это. Вот. Вчера был с семьей, распилил все бревна. Вот уже даже чуть порубил. Туда поскладывал под скамейку. Вот березу всю распилил и все вот на этом аккумуляторе. Старыми аккумуляторами, даже если взять все, мне бы навряд ли хватило такое количество попилить. Вот, плюс сегодня еще отпилил вот этот, вот эту вот чурку и начал пилить старый пенек. Но там вот сучок и на сучке она туговато идет. Стружка вот такая вот интересная. Красна, я так понимаю, это уже начинает грибок ее брать. Но довольно крупно вот пилится. И вот если какое-то ольху подобрать бревно, может даже и для коптильни можно использовать такую стружку. Сейчас поменяю аккумулятор. А, ну опять же у меня цепь. Сейчас подумаю, цепь может натянул. Попробую здешними кусачками раскрутить. Я думаю, в этом сложности не будет. Вопрос, почему она просела. У меня уже было такое, и причина была то, что загнуло шток регулировочный. Вот, видать, он сделан с такой не очень прочной стали, и его загибает. Пес на удивление сегодня со мной лежит, отдыхает. А вчера прибегал к пилораме. Я останавливался, чтобы набрать рейку. Вот. И был с детьми, с семьей. Он у машины покрутился и убежал обратно. Вот тут, в принципе, все нормально. Видимо, просто ее от удара стянуло, от закусывания. Когда аккумулятор подсаживается, мощности не хватает. И где-то получается, что подзакусывает. И вот, видать, ударами ее чуть подтягивало. Сейчас перетяну. Но вот этот механизм мне не очень нравится. Как-то он сыровато сделанный. Ну, отпилить удалось. Вот он сучок. За него цепляла. И пила один фиг расслабла. Надо перетягивать. Рома докупил тут мышеловки. Вот такие вот мышеловки. Ну вот я по пластику уже смотрю. У меня чуть-чуть качество другое.
Хотя принцип действия такой же. Хотя, смотрите, она какая-то не очень эффективно срабатывает. Вот это получше. Не, у меня как-то она еще от малейшего касания щелкает. Ну вот такие вот мышеловки. Вот это вообще как. Пока не устанавливал их никуда. Хватает, в принципе, трех каждый день. Ну, когда прихожу сюда, снимаю мышей с них. Сейчас мышей очень много, и они сюда захаживают постоянно. Кстати, вот наверху как раз Роме еще один материал для строительства. Вопрос только, как его правильно повалить. Оно уже надломилось и легло на деревья. Ну, пару штук здесь хороших выйдет, даже может штуки три. Че, пришел? Тоже посмотреть. Ну вот так вот засыпаю, привез очередной партии земли. Все равно, наверное, придется оттуда повозить дерн, потому что в некоторых местах земля все равно она будет сыпаться, ее дождем будет стаскивать. Вот и края, наверное, дерном надо один раз обработать, обложить, и уже никуда она не денется. Ну а это так я, так сказать, подсобил Роме, а то он никак не справится с этим местом под стройку. Вот убрал, еще не весь, но половину убрал грунта, сделал там более чисто, ну и чтобы в дальнейшем красиво все было.
Закинул дровишек. Сейчас будем что-нибудь готовить. Сегодня попробую приготовить интересное блюдо. Недавно его увидел. Ну и тяжелую пищу сейчас пока меньше употребляю. Вот, стараюсь держаться на какой-то диете. Вот, и сегодня попробуем приготовить с вами. Сегодня взял с собой небольшое количество продуктов. Мяса нету, так что извиняйте, не всегда мы мясо едим. Вот, сегодня взял я баклажан. Хочу попробовать приготовить баклажан. 2 яйца. Ну и к ним добавлю помидор, ну и лук, естественно. Все это буду жарить на сковородке, так что не переключайтесь, посмотрите, что получится. Самому интересно. Сейчас я нарезаю баклажан, слаживаю его в миску, немного подсолю, и он полежит чуть-чуть. Баклажаны перезревшие, уже с семечкой. Но думаю, ничего страшного не будет. Будем резать семечкой. Кожуру чистить тоже не хочу. Возможно, то, что созревший, ее бы почистить. Ну, не знаю, ни разу не делал. Посмотрим, что получится. Все, баклажан мы нарезали. Вот так вот получился. Не знаю, крупно, не крупно. Семечко довольно жесткое уже. Ладно, будь что будет. Делать будем так. Так, сейчас я солю все это дело. И мешаю с яйцами. И пусть оно лежит.
Я думаю, достаточно лук обжарился. И сейчас добавлю кабачок. Еще раз перемешаю. Угли хорошие, буду теперь на них тушить, ну и посмотрим с вами, что получится. Блюдо первый раз делаю, в конце добавлю помидор, пока сейчас не знаю даже сколько держать-то. Ну, сейчас буду смотреть по готовности, будем помидор добавлять, пока его порежу. Блюдо довольно интересно, подошло бы к закуске, к мясу какому-нибудь. Ну и думаю, так будет очень вкусно. Кстати, вот эта форма чаши, которая получилась, как вот сейчас угли там шают, и она как действительно как печка, все довольно ровно вышло, сковорода стоит ровно, вот, и жар оттуда довольно большой, и готовить прям удобно, классно. Уже не терпится здесь остаться с ночевкой, попробовать все эти прелести ночевания здесь с беседкой, но пока времени на это нету.
Сегодня я так бесцеремонно со сковородки. Я один, особо делиться не с кем, так что можно отсюда будет поесть. Чтобы зря посуду не переводить. Ну что, будем пробовать? Баклажаны, я все-таки думаю, надо было почистить. Шкура жесткая. Ну, не такая уж жесткая, но если бы была обчищена. Хотя, если бы почистил, наверное, бы она развалилась просто. Ну, а так прикольно. Интересно такое. Пес меня сегодня выдает постоянно. Там то собаки лают, то машина ездит. Вот много лесников, грибников. И вот он постоянно сегодня подскакивает на каждый шум. Ладно, всем приятного аппетита, кто кушает вместе со мной, пьет чай. Я сейчас ужинаю или обедаю, не знаю, ничего не делал. Вот, ну и еще, наверное, довожу землю, ну и посмотрим, насколько мне хватит крышу закрыть. Всем приятного аппетита.
Ну все, место я ему расчистил. Не знаю, что здесь сложного было. Ну, изначально корней, конечно, было побольше. Вот, ну и выбирал он моменты, когда копал довольно жаркие. Сегодня 20 градусов, я посмотрел по градуснику. Вот такая площадочка. Пусть дальше строит. Бревна еще есть. Два он. Хотя я ему отрезал подлиньше. Я мерил трехметровые. Но он для чего-то решил их укоротить. Плюс они в крест пойдут, еще меньше станут. Тут, наверное, метра два, если не меньше. Вот так вот. Последние санки забираю. Ну и забираю лопату отсюда. Место выровнено. Готово к строительству. Еще, в принципе, до снега можно успеть что-то сделать. Ну, а если с бревнами поторопиться. Ну, а я потащил санки. Ну все, друзья, на сегодня хватит. Время уже вечер. Солнце уже заходит, начинает смеркаться, наверное. Часов 7, наверное. Не знаю, даже не смотрел, сколько времени. Сегодня притащил много санок на крышу. Натаскался вдоволь, пес уже куда-то сбегал, прибежал. Я думал, насовсем ушел. На этом буду заканчивать. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Пишите свои комментарии, пишите новые идеи, как можно приукрасить беседку с землянкой. Практически тоже все закончил. Единственное, хотелось бы закончить с тамбуром, но не знаю, успею я, не успею до снега. Есть кое-какие наброски, как можно ее сделать. Посмотрим. Следующий приезд что-то нужно будет делать. И, возможно, займусь тамбуром. А, возможно, займусь продолжением обделки беседки. Нужно закрыть снизу скамейки, сделать какие-то перила. Возможно, я это все совмещу. Не знаю. Увидим все дальше.
Так что, кто не подписан, подписывайтесь. Будем продолжать готовить на новом костровом новые блюда. Пишите, кстати, в комментариях, кто бы, какие свои блюда вы готовили, которое можно было бы здесь приготовить на сковороде или на гриле. Все ваши пожелания я читаю, стараюсь что-то делать, что-то придумывать. Всем огромное спасибо, всем, друзья, здоровья, мира над головой и до новых встреч. Всем пока.